Всем приветик! Я рада вас видеть на своем канале Марьяна Кореяна. Хоть мой блог и посвящен корейской косметике, но сегодня будет бренд от другого производителя. Этот бренд называется The Ordinary, а средство неоцинамид плюс цинк 1%. Почему я его выбрала? Ну, во-первых, мне было интересно, почему его так хвалят. Во-вторых, это было достаточно бюджетно. Ну и в-третьих, эти ингредиенты подходят для моего типа кожи. У меня проблемная и жирная. Ну, в общем, буду делиться дальше своими впечатлениями. А пока не забудьте подписаться на мой канал с колокольчиком, чтобы не пропускать новые выпуски. Поставить лайк этому видео. И продолжить просмотр. Сыворотка от бренда The Ordinary находится в стеклянной бутылочке. Дозатор, пипетка, все по стандарту. В общем, хранить после открытия 12 месяцев. Основные ингредиенты — это неоцинамид, который осветляет пигментацию, сужает поры, контролирует жирность. В общем, бла-бла-бла. И цинк, который... Ну, является очень хорошим компонентом для жирной и проблемной кожи. Сыворотка достаточно густая, она не сильно растекается. Запах очень специфический, мне напоминает какой-то клей при распределении. Поначалу она очень липкая кожа, если не вбивать средства в кожу, то липкость будет сохраняться, пока вы не закроете кремом. Что еще сказать? Оставляет пленочку такую на коже, ну, что не очень приятно, но тем не менее неплохо сужает поры. Делюсь своими впечатлениями. К сожалению, данная сыворотка мне не понравилась. Сейчас объясню почему. Ну, во-первых, отвратительный запах, как будто бы клей ПВА вы на себя наносите. Во-вторых, липкость ощутимая. Если вы не будете вбивать средства, то, к сожалению, эта липкость будет очень раздражать. В-третьих, оставляет пленочку, но при этом неплохо матирует и сужает поры. Это, пожалуй, единственный плюс от этой сыворотки. Осветление постакне я вообще не заметила. Я использовала данную сыворотку месяц. Вот, честно говорю, треть ушла, расход очень экономичный. Но эффекта вообще никакого. Я не знаю, что мазала, что не мазала. Я старалась и утром, и вечером ее использовать. Думаю, ну должно же быть хоть какой-то эффект. Ее ж не зря ее так хвалят. Но не знаю, в общем, или у меня кожа какая-то не такая, или что-то произошло. В общем, или мне не повезло просто. Знаю, что некоторым нравится, некоторым не нравится. В общем, на моей коже средство не сработало и никак себя не проявило совершенно. Так что, ну, рекомендовать я не буду. А там уже смотрите по себе. Если вы хотите попробовать, то, конечно же, покупайте. Тем более, средство достаточно бюджетное. В общем, надеюсь, видео было полезным и информативным. Делитесь им с друзьями. Также пишите комментарии, пробовали вы данный бренд или нет. Что понравилось, а что не понравилось. Буду рада ответить на вопросы. Спасибо за внимание. Пока-пока.